Речь у нас идет именно о вот этой зоне. И конкретно, поскольку у нас сейчас мы все-таки рассматриваем больше листе, давайте возьмем как бы одну зону. Смотрите, пожалуйста, в этой области, если у вас болевые ощущения. Как смотреть? Смотреть очень просто. То есть мы ставим большой палец на данную зону. Да? И я надеюсь, тут видно. Вот. Ставим большой палец и массируем по часовой стрелке данную зону. Вы делаете это на левой стороне и делаете это на правой стороне. Угу. Сейчас мы это делаем просто схематично. На курсе я более подробно все объясню. Сейчас мы делаем просто так, чтобы понять, что это. Там находится именно рефлекторная зона поясничных областей. И когда у нас есть определенная проблема, можно также работать и с этой областью. И это то, что я сделала сразу. То есть я пока шла от пляжа до своей квартиры. Я вспомнила про это и массировала. Убирала эту, скажем так, появившуюся проблему. Но потом мне пришлось, естественно, еще, чтобы эта проблема ушла, осознать, а почему же я упала, собственно говоря? Куда я тороплюсь-то на своей дороге? Да? Что я делаю не так на своей дороге? Да? Где я уже там? Вот. Это как бы глубокий вопрос, либо начать на терапии, либо на курсе.